Здравствуйте. Значит, сегодня мы поговорим о проблеме полива цветов. Вот вы видите, что цветочки здесь вот на огороде растут. Но их поливать необходимо теплой водой. Для того, чтобы теплую воду иметь, надо в какую-то емкость, в бочку, чтобы она согрелась. Вот есть у нас бочки есть побольше, есть поменьше. Но с большой бочки тяжеловато доставать воду. Значит, что мы решили? Мы решили врезать туда трехчетвертной сгон, врежем, бочку подымем где-то сантиметров на 20-30, и шлангом можно будет поливать. Приступим к работе. Тогда снимешь. Подводим итоги нашей работы по поливу цветов. Вот бочка водой набралась. Здесь мы установили трехчетвертной сгон, навернули кран и проверяем воду. О, вода пошла. Остался шланг. И день постоит, цветочки поливаем. Ну, конечно, желательно бочку покрасить темной красочкой. Ну, черненькой, например, или другой серой. И будет хорошо. Ну все, до свидания. До новых встреч.